Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим фаршированных кальмаров. Для приготовления этого блюда нам потребуются тушки кальмара чищенные. Кальмар должен быть не разрезанный, тушки должны быть такие вот чулочком. Также нам потребуются крабовые палочки, отваренная морковь, отваренные вкрутую яйца, немного лука, готовый рис, консервированная кукуруза и приправы. Из приправ нам потребуется соль, черный молотый перец, майонез, 6% столовый уксус и немного растительного масла. Начнем с того, что отварим кальмаров. Видео о том, как варить кальмаров, у меня уже есть. Ссылочку я оставлю в описании. Отваренным кальмарам нужно дать остыть. Пока они остывают, приготовим начинку для того, чтобы нафаршировать кальмаров. Нарезаем крабовые палочки, яйца, морковь отваренную и несколько тушек кальмара небольшими кусочками. Вариантов приготовления фаршированных кальмаров очень много. Их и запекают под разными соусами. Я этого не делаю, потому что считаю, что все эти процедуры делают кальмар жестким. Кальмар уже у нас готов. Это моллюск, его в принципе можно вообще сырой кушать. Я просто отваренных кальмаров начиняю салатиком легеньким. Вариантов начинок, кстати, для фаршировки тоже очень много. Добавляем в начинку кукурузу, рис. Мелко нарезанный лук обжарим в небольшом количестве растительного масла. Зажаренный лучок добавляем в салатик, в начинку. В принципе, это салат. И теперь заправляем. Добавляем примерно чайную ложку уксуса, уксус столовый, 6%, перчика черного по желанию. Солим по вкусу. Добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. Кальмары остыли, начинка готова, осталось только нафаршировать кальмаров. К праздничному столу кальмарчиков можно украсить, а к обычному ужину пойдет и так. Я надеюсь, вам понравятся такие кальмары. Приятного аппетита и пока-пока!